20 апреля в 7-м корпусе Кумертауского филиала АГУ прошла торжественная встреча с призерами и победителями интерактивной социальной игры «ЖЭК». Напомню, 16 апреля текущего года в городе Уфа состоялось награждение, в котором приняли участие свыше 3000 учащихся 7-х по 11-х классов общеобразовательных школ, обучающихся СУЗов, студентов вузов, лиц пожилого возраста Республики Башкортостан. Весной этого года в Республике Башкортостан состоялся республиканский чемпионат социальной интерактивной игры ЖЭКа, направленный на повышение уровня грамотности в сфере энергосбережения. На базе Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета состоялся зональный этап данного конкурса. В нем приняло участие порядка 80 человек. Это представители 4 категорий: учащиеся школ города, студенты СУЗов, студенты вузов, категория пожилые люди. Наш город достойно представил свои команды на республиканском уровне. В день официальной церемонии награждения состоялся региональный конкурс на Кубок Гран-при чемпионата, победителями которого стали студенты, активисты штаба ЖКХ Кумертауского филиала АГУ Дмитрий и Алена Андреевы. Мы никак не ожидали, что наша команда, скажем так, возьмет Гран-при, потому что это достаточно почетно, потому что команды были со всей республики. Это Сиба, из Уфы, достаточно компетентные ребята, которые играют в ЖЭК уже не первый год, и, можно сказать, мы в этой игре новички, и нам удалось выиграть, и это действительно для нас очень много значит, это действительно для нас большая победа. Как признается Дмитрий, игра полезна не только во время студенчества, но и протяжении всей жизни. Игра несложная, игра очень увлекательная и занимательная, и также очень актуальна в наше время. Эту игру можно использовать в будущем, конкретно также для развития молодежи, как студентов, так и людей уже пенсионного возраста в дальнейшем. Также Кумертауский филиал АГУ был отмечен благодарственными письмами за формирование бюджетной грамотности учащейся молодежи, за активное участие в организации чемпионата и популяризацию знаний в сфере ЖКХ.